беды! Всем доброго дня! А сегодня мы покатаемся на параплане и поделимся своими эмоциями. Я готова, экипировка одета. Я тоже готова к полету. На старости лет полетать, посмотреть, как с птичьего полета смотрятся люди, и свои ощущения проверить. Так что будем отчитываться после полета. Страшно! Не крики! Народ испугается! Красиво! О, ты же, блин, ой, я хоть по сторонам посмотрела, пока что я не смотрела. Да. Ой, классно так. Капец! Это, конечно, я вам скажу. Удобно сидеть, между прочим, как на кресле. Ага! Мама, у меня руки трясутся, поэтому, простите, камера трясет. Вот это катер, который нас тащит. А вот это Алания. Смотрите, какие горы, море. Ну, камера трясется. Это ветер, это ветер. А смотрите, наши ножки. Мамочки, вниз не смотреть. Капец, я ж сама пошла! Молодежь дрейфит. Да. Парасейлинг – это полет на парашюте над морем. Это захватывает дух даже у тех, кто привык к экстриму. Поэтому подобный вид спортивного туризма предполагается на сотнях популярных курортов. Сейчас вам покажу, смотрите, как ванночки вырублены. И там песочек, там да, нету камней, а вон видите? Камни, а там повырубали, значит, отели. Ой, смотрите, как типа на Мальдивах такие домики. Но это не домики, это чисто позагорать. Лежаки такие, красиво сделано. Парасейлинг относительно молодой вид экстремального отдыха. Появился он лишь во второй половине 20-го столетия. Это сколько отдыхающих людей получают тут удовольствие? Средняя высота полета составляет примерно 60 метров, для чего берется канат длиной около 120 метров. Максимальная высота полета 150 метров. Низко над людьми мы летим. Чтобы это, желудочный сок выработал. О, пах, привет! Привет! О, люди! Люди! Мы сейчас на голову упадем! Ой! Он прикалывается, так нас покатил! Ура! Советский Союз! Такое шоу, частицкое шоу! Прокатить над головами людей, плавающих в море! Парасейлинг требует подготовки. Вес экстремала не должен превышать 100 килограммов. Для экипировки потребуется спасательный жилет. Мы еще не принимали загар. Да. Загар на высоте. Он разворачивается и так трещит. А, трещат веревки. Нет, все новое должно выдержать. Даже мой вес. Ты что делаешь? Катер! Ой, у нас, он что, водичкой сейчас мы с вами окунемся ногами? Он что-то прикалывается над нами. Он решил бабушку испытать. Это мы опускаемся уже? А, вот так? Вот так руки. Ой, это нас поснимать. Вот мы и приземлились, посадка была мягкая. Подводя итоги, могу всем сказать с уверенностью, это стоит испытать. А теперь у нас прогулка на катере. Полет на парасейлинге длился где-то минут 8-10, затем мы покатались еще на катере
где-то минут 15. Также на катере был фотограф, который сделал нам замечательные фотографии на память. А снимала видео я на телефон и одела на него водонепроницаемый чехол. Короче, сказали спрыгивать с этой лодки, добирайтесь как хотите. Главное, заплатили туда. Туда нас посадили у бережка, а обратно плывите как хотите. Всем спасибо за просмотры, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.